14 декабря, 2 часа ночи, город Даллас, буду сейчас проезжать. Еду в город Такома, штат Вашингтон, трубы везу. Декабря, город Амарилла, стою на мойке в очереди, на мойку, народу дофига, все хотят помыться, и мы помоемся. Два часа ночи. Выспались, отдохнули. Сейчас будем выдвигаться. Нахожусь я в штате Колорадо. Сейчас заедемся, зальемся на заправочку и вперед. Идем на Монтану. Оттуда на Вашингтон. Все, заправились, выехали. Едем по 70-очке. Подъезжаем, через 70 миль будет Денвер город. Спят, как хорошо ездить ночью. Я просто кайф ловлю. Как только далекий рейс, сразу на ночь перехожу и по ночам шпарю. Никого нету, ни трафиков, ни аварий. Ну, бывают мудаки, конечно, и ночью рассаживаются, но редко. Пригород города Денвер, штат Колорадо. 3:10 утра.
промышленный район Денвера, пригород. Какой-то завод, то ли нефтяной, то ли химический, хрен его знает. Все в огнях. Город не спит. 3 часа утра. Сейчас выходим на 25-ку и до самой Монтаны на север по 25-ке будем через Вайоминг идти. Въехали в штат Вайоминг. Без 15:05 утра. Порт оф Энтри закрыт. Спят парни. Идем по зеленой. Вот еще плюс ночных поездок. 90% весовых закрыты. Это город Ларами, или Ларами, как он называется, как его знают, в Вайоминге. Дорога пустая. Кто на паркингах спит, кто в кюветах спит. Ну вот, совсем расцвело. Штат Вайоминг. Никого, дорога пустая. Ничего, и воскресенье сегодня. Лимит здесь 80 миль в час. Это где-то 128 километров. По сравнению в России везде 70. We'll be right back.
декабря, 11:20. Бля, буду Монтана. Городок Бисмарк, Монтана. Растянулся такой на большое расстояние. Городок Коламбус, Монтана, штат. Иду в магазин, сломался я, блядь. Куплю здесь магазин Напа такой. Если есть, куплю у них запчасти. Отремонтирую, значит. Нет, придется заказывать такси и ехать за 20 миль в дилерскую. Биллингс город. Будем надеяться, что есть тут. Вот такой городок, небольшенький. А сломался я, остановился на драгстопе, полез так инспекцию сделать, посмотреть машинку, колодочки подрегулировать. Слышу, шипит на подушке воздух с фитинга, который подводит к подушке. Воздух. Я его пошевелил, он как въебал, короче, вырвало шланг нахер. Короче, фитинг сгнил и уже на последних соплях держался. Еще бы немного, меня вырвало в день по дороге. Стоял бы где-нибудь на обочине, блядь, с полицией тоинг бы ждал. Как я удачно полез под машину. Так что иногда полезно лазить по тракам, блядь, делать инспекцию. Я уверен, 80% этого не делают. Потом, блядь, стоят и ждут тоинг. Делайте PTI, парни. В Напе нет таких запчастей. Зашибись, блядь. Идем в Орели. Это такой городок. Это у них даунтаун, видимо. Западном машинами торгуют. Идем в другой магазин. Если нету, значит пиздец. Придется ехать в Биллингс. Зашибись. Все, блядь. Ебаная деревня. Нет у них тут ни хера. И даже такси в городе нету. Пиздец. А, блядь. Даже такси у них нет, блядь. Ёб твою мать. Есть вариант, хули, глушить эту подушку нахер. И бобтейл оцепляться, бобтейлом шпарить, блядь. Биллинс на дилерскую в рот их компот. Ай, блядь, как хорошо дома. Полтонны запчастей с собой здесь. Надеюсь. Все, возвращаемся. Порт приписки вон он стоит. Мой. По городу иду, все машины проезжающие здороваются, блядь.
маленький городок, типа все друг друга знают, все здороваются. Так, 3:30 утра, 1:30, не сказать, 18 декабря, все, очередная ночка лунная, продвигаюсь к Вашингтону. Вчера, значит, я пошарился по Коламбусу, так и не нашел запчастей, пришлось отцеплять трейлер, заглушить подушку, трубку затыкать воздушную. Съездил бобтейлом Биллингс, на дилерской купил фитинги, вернулся, все собрал, ну и как бы все нормально. И сразу рестарт параллельно забабахал, все, двигаюсь дальше. Ну что, будем одевать цепи. Ну, первый раз за этот год с почином, так сказать. Сейчас цепочки будем одевать. Вот Монтана, чуть-чуть до Айдаха не дотянули. Пытаем цепи первый раз в этом году. Ну что, тронули? Вот все стоят, одевают цепи. Поднимаемся на перевал. Утра, 18 декабря, пол дороги дождь шел, теперь снег. Сейчас через перевал переедем, через Айдахо, там опять дождь будет. Недаром предупреждают, одевайте цепи, блядь, заранее. Вот они одели, видите, как, блядь. Некоторые он на одну ось одели и поехали, блядь. А хули толку? Вторая ось-то, блядь. Тут незнание, блядь, как работает машина, нахуй, бараны. Снег,
сняли, потому что пошел дождь уже. Тепло на улице. Стало. Ну все, испытал цепи в этом году. Ну вот, 11 часов дня, штат Вашингтон. Все, снега даже не пахнет. Температура уже плюс 8, потихонечку теплеет. Осталось ехать 60 миль и спать. А на завтра останется ехать миль 150, наверное. Как раз ночью выйду, утром буду на месте.